Волков. Я помню, первый раз пошел в поход. Насильно взяли папа меня с мамой. И целый день, прикрывшись панамой, мы все ползли, куда сам черт не разберет. Как проклятые шли мы без дорог, и я холодным потом обливался, под рюкзаком от тяжести склонялся и все шептал, присевши на пенек: ох, заманили, ох, заманили, повесили на спину такой большой рюкзак и гадостью какой-то накормили, что из палатки я не выбрался никак. Потом купили мне велосипед и научили кое-как кататься. Пришлось по ходу 2 недели проболтаться. Крути педали, мне кричали, карапет. И я крутил их со слезами на глазах, а вечерами белым песни про дорогу. А у меня уже давно болели ноги, и попа вся была в кровавых волдырях. Ох, заманили, ох, заманили, повесили на спину такой большой рюкзак и гадостью какой-то накормили, что из палатки я не выбрался никак. Сказали мне, так ты турист уже, чувак, а красотой уральских гор не любовался. Так я опять на уговоры их поддался и как дурак пошел на лыжах на Канжак. В гробу я видел красоту уральских гор, месил сугробы я, как тесто, мама Люба. Мороз за 30, я чуть-чуть не дал там дуба, спасаясь тем, что был на печке кочегар. Ох, заманили, ох, заманили, повесили на спину такой большой рюкзак и гадостью какой-то накормили, что из палатки я не выбрался никак. И больше никуда я не пойду, я с рюкзаком проклятым распрощался. На компасе как на кресте поклялся, что лучше буду я гореть в аду. Но не могу покоя я найти, зовут к себе бескрайние просторы. Теперь готов я подниматься в горы и на Байкал под парусом идти. Ох, позовите, ох, позовите, рюкзак огромный я готов нести, и гадостью какой-нибудь кормите. Я из палатки научился выходить. Спасибо.